Да? Мужик айпод купил? Молодец, вот они. О, держи Гумасин. Да. Гумасин сидит. В магазин пойдем? Нет. А что, ты пивом не будешь? Водку? Нет. Не, может, в натуре Владимир ёбану? Нет. Давай. Хорошего настроения. Новый Уренгой. О, Новый Уренгой, зажги. Бишкек. Бишкек. Питер. Москва. И Крым. 16 городов вещания. Это первое танцевальное. Крым. Та-та-та-та. Ножки. Еще раз всем огромный привет, друзья, это Радио Рекорд, первая танцевальная России. Ну, собственно, как и обещал, в этом часе у нас состоится розыгрыш билета на фестиваль «Трансмиссия», помимо, конечно же, всей музыкальной истории. Фестиваль «Трансмиссия» состоится 4-5 апреля в Питере и Москве. Advice Stadium Live, выступает Ферри Корсон, Алин Фил, Алис Морф и другие. Подробности на радиорекорд.ру. Мне нужно от вас получить фразу «Я хочу на трансмиссию» на номер 106.3. Десятый приславший получит билет через полчаса. О, сделай погромче. Не знаю, вдруг сейчас звонить будет. Дай стакан. Погромче сделай. Это блатные песни, американские. Стакан дай, говорят, Лео. Ну что, в магазин пойдем, в гамазин пойдем? Нет. А что? Нужно ехать. Стакан дай человеку. А что, есть что? Человеку дали чаю. Надо не очень, ладно. Режь, режь ее, блядь. Режь эту суку. Тупая лошадь, блядь. А куда ты едешь? По правилам едь, правильно, мужик. По маленькой дорожке. Пробка, да? Я тут всегда есть. Это, слушай, тут гамазин будет справа. Может, возьмем? А сколько там? Дел, Батиш, сколько домов осталось? Два. Большие, 5, 8, 10. 1,5 подъезду. Ага. 17 этажей, правда. Сколько? 17. Да ладно, нах. Говорят, 356. Эх, блядь, они что, ёбнулись, блядь? Пенсии нету, ой, блядь, пенсии, блядь. Премии нету, этого нету, и чё, блядь? А тут ёбывай, блядь, с утра до позднего вечера. 384 шкаф и 128. Сейчас 128 прием. Я на это не соглашался. Я на это не подписывался, да? Мех. Ага. Че, ну давайте я сегодня в ящике посвечу. Давай. Вот побыстрее работать. Ну. Только объезжай, да? Смотри, какая. Я побежал.
Знакомить? А что, пив какой он привезет? Владимирская. А? Владимирская. Владимирская? Да. Хуя. Он сам мне позвонил как раз. А ты осторожно, подожди. Слева. А ты тараку съел? Нет. Правильно, не надо. Давай на перекос машину ставь. Вывешивай.